Многочисленные интерактивные зоны, мастер-классы и игровая программа ждали в этот день посетителей Центрального парка «Видно». Перед концертом и официальной частью праздника, приуроченного к Всероссийскому дню семьи, любви и верности, каждый мог найти занятие по душе. Я сделала самолетик, там открытку. Мне здесь понравилось больше всего делать праймеры, самолетики. Ребята играли в гигантские дженгу и шашки, рисовали витражными красками и песком, делали закладки, открытки и самолетики, а также гоняли в футбол большим фитболом. Полтора минуты игры осталось, давайте догоняем, счет 1-0. У Елены Василискиной 5 детей. Сегодня все они пришли на праздник в Центральный парк. И пока старшие играли в подвижные игры, Елена помогала младшим делать картину из песка. Мне очень нравится. Вот прям как бы, ну, да. У нас вообще на Видном хорошо проводят праздники. Мы всегда посещаем 9 мая и День города. И вот День любви и верности – это вообще прям, можно сказать, наш семейный праздник. Гостей праздника порадовали выступления солистов детской школы искусств, хореографической студии «Мозаика» и театрального коллектива «Твит». Много теплых слов было сказано в адрес семей, которых по праву можно назвать гордостью района, юбиляров семейной жизни и многодетных. Я благодарен всем, кто сохраняет семейные традиции в городе Видное, в Ленинском районе. Я желаю вам крепкого здоровья, желаю долгих лет, желаю вам не только внуков, но и правнуков. Серебряным, золотым и изумрудным юбилярам семейной жизни и тем семьям, где в этом году родился 5-й и 6-й ребенок, вручили поздравительные адреса и памятные подарки. В их числе Лилия и Алексей Синьковы. В браке они уже 9 лет. За это время у них родилось 4 детей. Всего же у супругов Синьковых их 6, 4 общих и 2 от предыдущих браков. Интересно, что и Лилия, и Алексей сами из многодетных семей, поэтому, говорят, уже изначально планировали минимум 3. На вопрос о секрете семейного счастья ответили просто. Главное не ругаться в семье. Так, в принципе, когда лад в семье, ну и в семье как бы все нормально. Муж всегда ведет первый на уступки, вообще не умеет обижаться. И чувство юмора всегда выручает, очень спасает. Чем больше детей, тем крепче семья и тем интереснее жить, уверены Синьковы. И глядя на их счастливые лица и трогательную заботу супругов друг о друге и о своих детях, с этим сложно не согласиться. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.